Ремонтные работы в корпусе лицея на улице Главная, 39, в районе Садгорода продолжаются. На объекте уже завершаются работы по демонтажу штукатурки, системы водоснабжения и водоотведения. Демонтировали стяжку пола. На всех трех этажах заменена система отопления, заменена система канализации, водоотведения. Ну, еще не в полном объеме, процентов 50. В общестроительных работах задействовано 8 человек. По системе водоснабжения, водоотведения 3 человека. По электрике 3 человека. Ну, предстоит выполнить работы по фасаду, замена кирпичей, по устройству пожарной лестницы и крыльца. Внутри объекта все, ну, пол, стены, электричество. По словам прораба компании-подрядчика, производство работ идет по графику. Весь ремонт планируют завершить до 31 мая. Диана Иванова, новости на 8.